Забудьте про ложки из холодильника и текущие кубики льда, которые могут серьезно травмировать вашу кожу. Лучше дополните свою бьюти-рутину более современным и безопасным гаджетом от Мизоника. Это роликовый массажер с двумя насадками. Одна V-образная для подтяжки лица, другая насадка напоминает букву W. Она подходит для массажа. Этот массажер оказывает лифтинг-эффект, сужает поры, снимает отеки, а также снижает дискомфорт от косметологических процедур. Он быстро поможет справиться с бытовыми и спортивными травмами при лихорадке, солнечных ожогах и укусах насекомых. Он подходит для мужчин, женщин и детей, и его можно применять для лица и тела. Как его использовать? Очистите лицо или тело перед процедурой. Заранее вы можете положить роллер в морозильную камеру на 15 минут или в холодильник на 60 минут. Затем нанести уходовое средство. Это может быть крем, масло, сыворотка для облегчения скольжения. Работать массажером только по массажным линиям, выбрав насадку, исходя из зоны, на которой вы хотите провести массаж. Регулярное применение такого массажера помогает скорректировать овал лица, расслабить мышцы и продлить молодость. Массажер представлен в двух оттенках – голубой и розовый. Выбирайте цвет и обязательно добавляйте свою бьюти-рутину.